Только что закончили окучивать. Понедельник, 1 июля. Вот я отошел в сторонку показать там Володе. Я говорю, то ли у тебя тяпка лучше или еще что-то. Быстрее моего у тебя руки движутся. Окучивание больше в этом году никак. И смотрели, какие облака. Вот посмотрите, эти вот деревья и над ними. Вот я вокруг покажу. Это вообще... Какая разная зелень. Разные-разные облака. А это вот как рощи. Колонны растут. Тополя огромные. И вот здесь, как курящиеся облака. Это на солнце снимаю. Я думаю, все равно облака будет видать. Это Нина Матузовой Шадрины. О, как. Это, видать, крыша храма. Вот пройдусь немножко. Картошка какая необычная нынче, Володя, большая. Прям большая. Выше колен. Володя заканчивает, я подойду к нему. Посмотрю, сегодня мы закончили остаток. Там не успели, на следующий день, субботы, дождь пошел. И мы пробыли на огородчике лагерем. Там маленько не закончили. Сейчас скорее туда. Так, все? Все. Ну, пробивай. Сейчас я маленечко покажу соседей как. Труженики. Такие высокие волки делают. Нам так не сделать. У них земля еще за счет навоза мягкая очень. Я думаю, легче нагребать. Понятно. А мы тоже этот навоз по осени вложим. Полегче будет. Вот этот навоз коровий, да? Да. Сбросил тебе. Да, это он много сбросил. Евгений, но Ничук. А? Евгений Ничук сгинул. Это сбросил. Это он там место у себя освобождал. Вот сюда. Ну, хорошо. Я говорю, зачем тебе куда-то возить? Мне через забор довезти. Еще, на выход? На выход. Пошли, тяпки надо забирать. Пойдем на другой огородчик. Вот здесь 20 соток у Володи. Посадил с матушкой. Вон еще покажу. Вот дом Янчуков. И как курятся облака. Красиво. А рядом вот синий. Крыша, это храм. Вот деревни, как жить. Вот все здесь по-другому. Ни шума, ни одной машины не прошло за неделю. Ни одной. Да, далековато. От города 150 километров. А для Москвы 150 километров. Там вообще это не считается. Вот ждем мы, завтра уже будут подъезжать помаленьку люди. Жалко, что Головина со Владимира не будет. Болезнь, ноги, профессиональная болезнь всех, кто стоит на одном месте и хорошо питается. Это ничего не сделать. Володя за жуками охотится. Я сейчас... Ты сейчас езжай домой, я тебе домой приеду, тяпки. Надо будет там то ли потащить, то ли как. Я съезжу у Игоря, посмотрю, как там, что делает. Ну вот он, сейчас посмотрим. Самка с самцом. А как ты узнаешь, что самка с самцом? Друг на дружке сидели.
Самец на самце сидеть не будет. Говорят, тут банку положить, потом закрыть. Они будут издавать какие-то крики, волны. И остальные убегут. А мы уже оставляли. Я ничего не помогло. Ничего не помогло. А наоборот, тебе на крики слышат и говорят, о, наши погибают на помощь. Можно так рассудить. Ну все, пока.